Доброе утро, ребята. Я уже встала, а дома так темно, как вчера было вечером. В общем, у нас сегодня супер пасмурно, небо серое, дождь идет, всю ночь шел дождь, и вроде как по прогнозу сегодня весь день будет вот такая вот погодка. И мы вечером уезжаем, и вроде как вечером и ночью тоже будет дождь. Ой. Крикунья моя, завтракать будем? Давай позавтракаем, крикунья моя. Ты уже поела или будешь со мной есть? У нас, кстати, пума, не знаю, как ваше животное, но наша кошка, вот когда мы садимся есть, да, там обедать, ужинать, завтракать, вот мы сидим за столом, едим, и обычно она тоже идет и ест со своей тарелки свой корм. Представляете? Мы заметили такую тенденцию за ней. Моя девочка. Ой, ты моя девочка сладкая. Наши влоги смотрит моя двоюродная сестра. Настенька. Настюша, привет. И она очень любит смотреть на Пуму. Пума, только не на твой завтра она любит смотреть. Пусяша. Ну, ложись. Покажи, какая ты красивая. Покажи, какая ты сладкая помпушечка. Вы посмотрите на нее, ты такая плюшевая. Женщина волосатая, красивая. Женщина неотразимая. Наша женщина. Вот, смотрите. Ой. Передавай Насте привет. Пусяша. Скажу, Настя, мяу. Настя, привет. Целую тебя, Настеночка. Себе на завтрак я сегодня готовлю лаваш. У меня вот такие вот тортиес. И здесь у меня филадельфия, помидор, рыба, петрушка. Сейчас я это вот так вот конвертиком все запечатаю. И на сковородку. Ва. На сухую. Я так чисто поджарю, чтобы немножко лаваш был тепленьким и хрустящим. И у меня уже здесь заваривается чай. Вот так вот он выглядит в итоге. Я с двух сторон его немножко поджарила. Все, я завтракать. Всем приятного аппетита. Я тут потихоньку собираю наши чемоданчики. Работает у нас этот увлажнитель воздуха. У нас сейчас 53% влажности. В общем, Ванин чемодан. Все ему собрала вроде. И свой. Тоже маленький чемоданчик собрала. У меня получилось 3 косметички. Блин, у этой косметички у меня все для макияжа и волос. Здесь все для интимной гигиены. И здесь уход за лицом. Все. В принципе, все собрано. Готово. Осталась только обувь и верхняя одежда. И все. Ребят, всем привет! Мы с Катей собираемся. У нас уже все-все-все готово. Осталось только выехать. Мы планировали выехать где-то в 5 часов, сейчас 5:15, так что мы отлично все успеваем. У нас здесь... Тут у нас вещи, ну не все, естественно, мы забираем, там пакеты стоят. Вот и 2 чемоданчика. Хоть мы едем на мало времени, но вещей есть. Есть. Нужно взять... определенное количество, даже если бы мы ехали на один день. Вот. Все, отправляемся. У тебя так сейчас тень так прикольно падала, что у тебя как будто брови вот это вот. Рамка от очков. Круто. Я что думаю, я сейчас поеду в пальто? Тебе будет очень жарко. Да? Конечно. Ну, да, в машине. Куда? Не, просто нужно будет на заднее сиденье положить. Гулять буду в пальто. Угу. Все. Хорошо. Все, выезжаем и в путь. Я уже в предвкушении. В предвкушении. Speak with clarity. 'Cause there's too much noise around us. Ну что, ребята, мы уже в машине упаковались. Едем. Мы уже проехали минут, наверное, 15, да, или 20. Вообще. Практически ничего мы не проехали. Нам, короче, ехать 535 километров осталось. Да, ехать нам 5 часов и 8 минут.
Ну, по крайней мере, так показывает. Да, но мы выезжали, было 5:22. Ну, то есть мы едем 14 минут. Да. Кстати, мы сейчас будем проезжать, мы поедем по платной дороге. Разница между тем, чтобы ехать по платке и по бесплатке, полчаса. Ну, мы решили... Ну, по платной прикольнее, потому что там разные кафешки, то есть там более так все. Сейчас это мы пропыкаем. Пропыкаем это платки. Слушайте внимательно. А, и здесь шлагбаум есть. Просто когда едешь в сторону Франции, там даже шлагбаума нет, там просто проезжаешь. Да, там просто дорога специально. О, все, слышали? Пикнули. Ой, блин, ой-ой-ой, да. Да, и там просто это, краска и сколько. Я знаю, что сейчас будет куча вопросов по поводу того, Катя почему-то надела очки, зрение у меня ухудшилось, и да, я достала. Ты их нашла, да? Я нашла свои очки, достала, одела, но я хочу опять к окулисту сходить, потому что... Думаешь, нам нужно еще подправить линзу? Да, мне кажется, нужна другая линза. Как бы я лучше вижу в очках, но не супер. Да. У меня вот этот глаз барахлит, и причем барахлит так конкретно. Я когда, не помню, рассказывала или нет, я когда проходила медкомиссию для того, чтобы сдавать на права, на экзамен, мне сказали, что я как бы еще вхожу в норму, но, говорит, лучше все-таки следить за глазами, и потому что зрение у меня такое посредственное. У меня один глаз плохо видит, второй лучше, но тоже не на 100%, а вот этот вообще. Ну да, и тот, который лучше видит, он компенсирует. Да, компенсирует и таким образом. Но все равно я далеко, очень много чего не вижу. Мне Ваня иногда что-то показывает, а я вообще не вижу. Там вижу силуэты, там что-нибудь такое, но... Допустим, не, ну это этот номер машины я вижу, но вон той белой машины номер я вообще не вижу. Как бы все такое размытое. Ты так говоришь, а кто все прям поняли. Ну вот, смотрите. Вот этот номер я вижу машины. Ну, это уже. Но вот это уже тоже вижу. Она была дальше. Ну, допустим, вот той серой. Ну и камера плюс еще отдаляет. Да. Я даже на этом грузовике вижу. Ой, не, я на грузовике, у меня все размытое. Ну, сам грузовик я вижу, а номер, вот такие мелкие детали у меня размытые, я не вижу. Короче, мы едем. Ну, кстати, у нас был выбор между тем, чтобы выехать вечером и приехать ночью и поспать, и как бы встать и провести дни, день следующий, или же выехать рано утром, часиков в 5 или там в 6 утра, приехать и иметь также целый день. Но нам что-то показалось лучше первый вариант, потому что мы сейчас спокойненько приедем, устанем, ляжем, поспим, проснемся, полные сил. Да, энергии, и да, пойдем гулять. Пойдем позавтракаем и пойдем гулять. Мы также взяли отель с завтраком. Не знаю. А возвращаться также будем. Мы проведем целый день в городе. В Сан-Себастьяне, да? Да, в Сан-Себастьяне. И потом вечером выйдем, мы домой приедем. И ляжем спать. Мне кажется, отлично. Мне тоже кажется, идеально. Остановка. Мы купили всякие чипсы, там всякие вафельки, бисквитики. И я вот сейчас еще взяла себе горячий шоколад с молоком. Надеюсь, он будет вкусный. Да, я думаю, вкусный. Я думаю, это как какао будет. Ну, обычно в таких автоматах. Без понятия. Просто размешиваю. Выглядит как какао. Даже на вкус как какао. Ой. Тут дождик был. У нас везде дождик, мокро так.
уже практически приехали, остановились поужинать, потому что потом уже будет поздно. Типа слоек с шоколадом. Ага. Выглядит очень симпатично. 8 евро стоит. Тут много куча всяких всего, да. Вкусняшек. А вот тоже здесь, смотри, слоёные. Слоёнки, да. А тут и шоколадки разные. Что тут еще? Да, мы уже почти приехали, нам осталось совсем-совсем чуть-чуть. Смотри. Ух ты, какая Кока-Кола. Прикольно сидеть в бутылках. Угу. В стаканах, точнее. Стакан? Ну, не знаю, как они называются. Термо. О, не, я не думаю, что они термо. А вот просто для, для спорта. А, да? Да. Ну, окей. Прикольно. Для спорта Кока-Кола самое то. Попка хрюшки. Вот тут не только хрюшки. Есть и уточки, и лошадки, тут? Коровки. Ой, так, Орео здесь. Клубникой. С клубничкой Орео. Малина. Не, клубника, все правильно. Клубника, да? О, тут милки такие, смотрите. У нас вот так вот, кстати, не продают в нашей провинции. Ну, это же заправка. Так, что тут еще есть? Игрушки всякие, книги, наушники, блокнотики. Короче, всякая всячина. Где? Тайгер, да, или где такой продают? Вон, сейчас они везде кучу продают. Да? Угу. Ну, я... пойдем заснимем. Тут такие декорации классные. Сегодня же Хэллоуин. Смотрите, все так украшено. Прямо атмосферненько так. Да. Все, поехали? Да, поехали. А тут нельзя выйти? Mm-hmm. Нет? Да, вот. Вот тут кухня. Все. А, выходим, выходим. Будешь в школу? Нет. Ребята, мы уже приехали. Мы приехали. Заселились. Завтра уже покажут вам отель. Мы, да, пожалуй, пойдем отдыхать уже, как монтировать. Завтра будет светло у нас. Надеюсь, завтра, да, будет, ну, светло. Да, ну, солнце выйдет в любом случае. Да. Из-за туч не факт, но выйдет. У нас тут комплимент венцо нам тут под это. Да, подсуетили. Смотри, подсуетили. Еще орешки есть. Такие. Угу. Красота. Угу. Ой. Кто там у нас уже спать собирается? Спать хочется. И тут у нас и кофемашина. Короче, завтра все покажем. Все тут, да, стандартненько. Угу. Все, мы добрались. Мы ехали очень долго, кстати. Делали всего 2 остановки, но в общей сложности 6. Почти 7 часов ехали. Да. Ладно, ребята. И была плохая идея ехать по платкам. Мы не знаем, сколько мы заплатили, но очень много. Мы же просто приезжали, но мы, наверное, 5 или 6 платок проехали. Поэтому... если не больше. Я завтра посмотрю, и они, наверное, завтра спишут деньги. Я посмотрю, сколько денег мы заплатили. Мне кажется, очень много на платки. Хотя 20 минут разницы была. Угу. Обратно поедем точно по бесплатке. Угу. Так, все, ребят, будем монтировать влог. Так что всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи. И всем увидимся. Пока-пока.